Наконец-то! Казалось, я больше никогда не увижу дневной свет. Радует, что я не попал в Аркхэм, как обычно бывало. Сегодня твоя годовщина, чувак. Не прогадай. Наша годовщина сегодня? Я совсем забыл об этом! Хорошо, просто расслабься. Ты сможешь найти какой-нибудь подарок для Харли. Что же выбрать-то? Лови! Эй, вы гребанутая мелюзга, смотрите, куда бросаете! Единороги и пегасы? Очень необычно. Секундочку. Это будет идеальный подарок для моей Харли. Эй, мистер, простите, что я бросила вас мечом. Это все из-за Свити Бэль. Она у нас растяпа. Я бы поймала, если бы кто-то умел бросать. Что? Что слышала, криволобик? Возьми свои слова обратно. Эй, смотрите, я скуталу. Лови. Эй, поглядите, они умеют говорить. Просто идеально. Сюда, милые поняши, ко мне. У меня есть немного свежего сенца прямиком из карманчика. Ко мне. Он серьезно? Ага, я понял, в чем дело. А что если я дам вам немножко... конфет? Ух ты, конфетки! Я только заберем. Погодите, девчат. Разве взрослые не говорили нам опасаться странных существ, раздающих сладости? Кто эта невыносимая мелкая умница? Не будем забывать наши моральные устои, предупреждающие об этом. Эй, ты что творишь? Да не сцыте, вы все равно ее больше не увидите. Что вы хотели этим сказать? Да! Теперь у меня собственный единорог и пегасик! Я не ожидал такого расклада. А, похрен! Ну, стой! Тебе лучше отпустить моих друзей, или ты очень пожалеешь! А теперь слушай сюда, кляча! Ты не уперлась мне, потому что ты не такая особенная, как твои подружки. Вы сказали, что я не особенная. Верно. А теперь заруби на носу. Если ты постараешься остановить меня, я оскорблю тебя гиеном. Свали его нахрен! Суити Бэль, Скудалу, нет. Что же мне теперь делать? Если верить маячку, Джокер должен находиться где-то поблизости. Прошу прощения, сэр, а вы, собственно, кто? Так или иначе, я Эппл Блум. Слушай, я забуду про твою способность разговаривать, потому что я ищу кое-кого. Кого ищете? Я ищу клоуна с белой рожей, фиолетовыми шмотками и улыбкой во всю харю. А у него были зеленые волосы? Да, у него были зеленые волосы. Ты видел его? Да, и он похитил моих друзей. Похищать лошадей? Это вообще хрен знает. Хрен знает, где я очутился. Надо чекнуть Google Map и... Что? Нет сигнала? Джокер! Бэтмен! Погодь, разве ты не должен был появиться ночью? Да я просто ищу одного знакомого фрика. О, верно. Прости. В любом случае, Джокер, я знаю, что ты снова удрал из психушки, а потом обидел эту маленькую пони и спер ее друзей. Так что я предлагаю тебе распустить мешок и сдаться. Это такая шутка, да? У тебя кишка тонка, взять меня! Эй, у тебя что-то на лице. Правда? Чё? Правосудие!
Это было просто. Вот они, детка. Смичи Белль, скутану. Ты вправду думал, что я дам тебе мешок, не так ли? Что нам теперь делать? Яблочко есть? Ну ладно, кто это сделал? Да сколько можно, блин? Хорошо, Эппл Блумер. Я буду защищать тебя и твоих друзей от Джокера. Я Эппл Блум. Лады. Мне нужно найти безопасное место. Следуй за мной. Ну все, Бэтмен! Убери свои руки от мешка, или эта пони получит свинцовую свечу в голову! Ты хотел сказать, что громко хлопнешь своим игрушечным пистолетиком? Эта тема больше не работает, мужик. Ты думаешь, что это одна из моих пуколок? А теперь отдавай добычу, или все будет кончено! Полегче, Джокер. Неужели ты хочешь применить силу к этой пони? Какой нонсенс, Бэтс! Если ты отступишь, я отпущу эту малявку, но заберу тех в мешке. Навсегда! 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 Нет! Ах ты! Ах ты маленький кусок дерьма! А теперь я повторюсь, тебе стоит отдать мне мешочек, а не то! А ну вернись! Что здесь произошло? Свити Белль, Скуталу! Я так рада, что вы целы! О чем ты вообще? Это длинная история. Я знаю, что ты где-то поблизости, Джокер! Эй, ты, рогач! Отвечай, где спрятался сраный клоун! Сэр, с чего вы взяли, что я знаю, где он находится? Где он? Эй, полегче, приятель, я тут не встречал никаких клоунов поблизости! Когда я доберусь до Джокера, я переломаю ему все кости! Я размажу его по стенке, я нашинкую его, как мясо! Еще не знаю, как именно, но я заставлю его заплатить за содеянное! Не хотелось бы прерывать вашу тираду, но не этого ли клоуна вы ищете? Это падла утирает. Мне не справиться без... Погодите-ка, это что, мой Бэтмобиль там? Как вы можете видеть, эта таинственная штуковина появилась в Понивилле посреди улицы. Просто взяла и соткалась из воздуха. Никто не знает, откуда она взялась, но многие пони считают, что она принадлежит существу в черном. Эй, лошади, свали от моей машины! Существу в черном! Теперь я возьму тебя. О, нет! С дороги, бля! О, нет! Опять начинается! Ух ты, надо же, чуть не задело, ага. Так
Хорошо, надеюсь, тут безопасно. На твоем месте я бы так не думал. Погоди, Бэтмен! Мы можем все обсудить, правда можем? Эй, я услышала шум здесь, у вас тут все в порядке? Выключи свет! Оки-доки. Ой-ой-ой, только не за сосок! Нет! Героическая бруталити. Ну, а потом вы двое очнулись. Девочки, слава Селесте, я нашла вас. Быстрее, бегите по домам, закройте все окна и двери. Зачем, Твайли? В округе было замечено существо в черном. Оно может быть очень опасным. Нам всем нужно соблюдать осторожность. Не беспокойся, Эппл Блум. Я упаковал Джокера специально для тебя. Это ты! Назад, девочки! Я позабочусь о нем. Твайлет, стой! Не надо его бить! Он только что спас Свити Бейли Скуталу от какого-то безумного страшного клоуна. Погоди, он помог вам? Да, это моя работа. Я ночной мститель. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я ранка на злом мизинчике. Я... Бэтмен! Ну что ж, вижу, он не опаснее летучей мышки. Мне пора идти. Нужно причинить много правосудия в Готэм-Сити. Спасибо тебе огромное, Бэтмен, за то, что спас моих друзей. Хоть ты выглядишь как фрик, я буду скучать по тебе. Так, ты встречала Бэтмена раньше? Это долгая история. Я расскажу ее, когда мы вернемся домой. Всем спасибо за просмотр. С вами Риська и Милёк. Всем любителям поняшек вот наш лёд крутой шлепок. Посмотрите, подпишитесь и друзьям своим пришлите. Вместе с ними посмотрите. Пони одобряет, ок. Ау, мистер Джей, вы прошли сквозь эти ужасные передряги только для того, чтобы сделать мне подарок. Больше мне и не нужно. Очень приятно слышать это от тебя, моя милая, но ты не учла одной маленькой детали. Какой мой пирожок? Вытащи меня из грёбаной психушки!